Итак, дорогие друзья, рады приветствовать вас на нашем ежегодном мероприятии чемпионате бегости в Мурманской области по кикбоксингу и карате. Сегодня наш чемпионат собрал спортсменов из 7 городов Мурманской области. Более 11 клубов представлено на нашем турнире. Количество участников более 140 человек. Приветственное слово для поздравления участников соревнований предоставляется президенту Мурманской региональной общественной организации Федерации кикбоксинга Мурманской области Приводилову Анатолию Викторовичу. Руководителю парада вывести парад.